Спасибо за интерпретацию. Слово коллеге. Это Евгений Родовниченко. Находит Чужакова. Чужаков один, это опасно. Это всегда опасно. И Александр на карте. Неточная передача Егорова. Потеря. Тома разгоняет. Тут ничего себе. Вот это да. Там по габаритам, мне кажется, намного крупнее Егорова. Реализует первый штрафной Александр. Жуйков, твой фирменный средний Ваня реализует. Также он хорош этой дистанции. Смертельно опасен он со средней. Да. Бандарь на подборе. Финкаут. Какой уже подбор забирает подряд, а? Хорош, Лукас. Еще. Жуйков со средней, это просто ульта. Это просто имба. Савичек на Егорова. Егоров с получением. Туда его. Теряет мяч. Обеет. Ну и моментальное наказание последовало. 5 очков подряд от Егорова. Савичев на Егорова. Егоров. Еще минута третья. Череватский. Вот уже и минус 14 очков. Четверти. Сложновато будет уже, конечно, догнать. Олимпик Стар. Савичев. Хорошая передача в темп от Шипулина. Жаков из угла. Красиво. Александр Чужаков. Сейчас нормально. В этом своем. Ну, бразочек там. Я говорю, сходи, сходи. Да, сходи, да. К сожалению, Жуйков не может реализовать оба штрафных, а жаль. Только второй. Чужаков, хорошая передача. Раз мы на завершающей стадии не подвел. И тайм-аут. Вот это да. Вот это отмочил, конечно, сейчас Александр. Сюда! Сюда! В угол на Егорова. Егоров and one. Да, Егоров, конечно, решает сегодня вопрос на Олимпик Стар. Убери Стаса. Пинкаускас. Шипулин. Тайм-аут. Не уж передача Томы. Красиво играет Савичев. И в итоге
Благодаря его преодолели. Ну, состав, конечно, очень серьезный. Добрали они под дивизион плюс. Один из самых сильных, безусловно. Драйв сегодня тоже приехал в очень хорошем составе, но этого не... Егоров с Савичем обхитрили соперника.